Видео подготовлено onlinegdz.net. Задание номер 845. Найдите наименьшее и наибольшее значение линейной функции на заданном промежутке. Задание А. Функция у нас y равно x плюс 3. Промежуток от минус 2 до минус 1. Подставляя значение и вместо значения x крайнее значение промежутков, мы с вами и выясним, какое же значение линейной функции наибольшее, какое из них наименьшее. Минус 2 плюс 3 равно 1. А минус 1 плюс 3 равно 2. Тогда минус 2 тогда 1 – это наименьшее значение, а 2 – наибольшее. Задание B. У нас функция y равно минус x плюс 5. И промежуток минус 1, 4. Минус 1 плюс 5 равно 6. И минус 4 плюс 5 равно 1. 1 – это наименьшее значение функции на промежутке, а 6 – наибольшее. Задание В. Функция у нас имеет вид y равно x плюс 3. И x у нас пусть равен минус 3 плюс 3 равно 0. И минус 1 плюс 3 равно 2. 0 – это наименьшее значение функции. А 2 – это наибольшее. И пример Г. Y равен минус x плюс 5. Минус 2 плюс 5 – это 3. И минус 5 плюс 5 – это 0. Наименьшее значение – это 0. И наибольшее – это 3. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. А если у вас есть вопросы, подписывайтесь на наш канал и социальные сети. Ссылки найдете в описании.